Привет, друзья, это истинный следователь. Хочу показать вам одно здание администрации района. Там вот камеры стоят, это парапет, и у него, видите, плитки отвалились. Это здание построено, ну, много лет назад, лет 30 или больше, и они даже не могут проследить за плитками около администрации. А люди, например, хотят, чтобы они проследили за подготовкой домов к отопительному сезону, обслуживающие организации, чтобы какой-то порядок навели в районе. Это совершенно ненужные, никчемные структуры. Все государство и его вот эти администрации, они только иногда приходят на работу. Ну, начальники, самые главные начальники, они вообще очень редко приходят. Обычные работники приходят и уходят как будто на осмотр домов или что-то, дорожек. Совершенно ненужные структуры администрации. Тем более в таком количестве, их больше в 1000 раз, наверное, в 1 000 000 раз, чем надо. То есть на все это здание хватило бы 3 человека. Работающих, а не сколько здесь, ну, сколько там, 300, наверное, работает. Совершенно это все не нужно. Чиновники только плодятся. Поэтому, если хотите что-то наладить, сокращайте чиновников. Просто, я не знаю, там до 1 человека. И вот видите, это ступеньки к администрации, они отвалились. Ну, они починят, да, их когда-нибудь. А тут они только что потратили деньги на оформление к Новому году. Там елочки стоят, то есть там с 5-10 миллионов. А вот эту плитку не заменить. Ну, или что-то людям нужно сделать. Никогда они не будут делать что-то для людей полезного. Чиновники — это паразиты. Пока, братья, слава прогрессу. Это был истинный следователь про чиновников-паразитов.